Колабо! Вот он сад! Колабо! Я узнала, что в Украине до сих пор транслируются российские телеканалы, российская военная пропаганда. И тарелки им поставляет французская компания «Eutelsat», перед чьим офисом мы сейчас протестуем. Вот. Они известны тем, что у них огромный российский рынок. Они про это сами пишут на своем сайте. Там 15 миллионов домохозяйств, они упоминают такую цифру. И они продолжают предоставлять технические мощности для российской пропаганды через двух клиентов своих. Это «Триколор», ТВ, вот у меня такая тарелка есть с их логотипом, и НТВ+. То есть это два основных спутниковых российских провайдера спутникового телевидения. И они могут продолжать вещание на территориях России, и, что самое ужасное, на время на оккупированных территориях Украины, благодаря французской компании. И французской компании, в которой один из главных акционеров — это государство французское. То есть у них, у французского правительства, французского государства есть активы в этой компании. Во Франции есть гражданское общество, и уже я так поняла, что уже с помощью каких-то протестов удалось добиться, чтобы Eutelsat прекратил трансляцию на территории Евросоюза. Вот, и то есть есть надежда добиться, чтобы на территории Украины тоже это прекратилось. Это мой внос, чтобы побыстрее закончить эту войну, чтобы не транслировать эту гадость, эту ложь, эту ненависть.